Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня, у нас будет очень интересное видео. В этом видео вы увидите, какой я купил себе топовый дом. Даже не топовый, а уникальный дом я себе купил за почти 15 миллионов. Я надеюсь, вам понравится это видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Давайте постараемся побыстрее добить 16 тысяч подписчиков. Также не забывайте, что у меня есть свой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гей, на 5 уровне получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Magin Holoplay. Также не забывайте подписываться на мой инстаграм, ссылочка будет в описании, там выходят интересные фото и видео, поэтому всем советую подписаться на свой инстаграм. Ну что ж, я желаю вам всем приятного просмотра, подписывайтесь на канал, также участвуйте в конкурсе, пацаны, ссылочка на конкурс будет в описании. Короче, пацаны, сейчас будет такая тема, я буду продавать свой дом за 5 миллионов 500 тысяч, сейчас мы в нотариусе находимся. Так, смотрим, продажа дома. Так, 444 ID, 5 миллионов 500 тысяч. Так, вот у нас 5 миллионов, получается 500 тысяч, все верно. Продаем ему дом, получается, так, комиссия будет, блин, 50 тысяч, пиздец. Просто мне, пацаны, нужно 14 миллионов 500 тысяч на новый дом. Ну, блин, реально чувак выручил, потому что я сейчас дом хочу новый купить, и бабок просто не хватает. Пацаны, это дом не на Рублевке, это дом не, получается, не в Горели там, или не в Арзамасе. Это реально топовый домик, почему он топовый, я вам чуть позже расскажу, когда его куплю. Так, пацаны, вот, короче, я сейчас буду покупать дом за 14 миллионов 500 тысяч. Так, покупаем. Все, пацаны, мы купили домик. Просто отдал все бабки, просто до копейки. Если что, пацаны, я в долг взял 9 миллионов у Дениса Сатаева. Это мой хороший знакомый, у меня еще зам в фоме был. Он мне должен 9 миллионов на 2 недели, поэтому я просто в долг зашел жесткий из этого дома. Сейчас я вам покажу, пацаны, что это за дом. Это реально просто легендарный дом, я думаю. Вы поймете, пацаны. Алды, думаю, Мазинка поймут, что это за дом. И вообще, зачем я его купил. Он реально просто топовый. Сейчас, короче, пацаны, я релогаюсь и просто покажу вам дом. Ну что ж, пацаны, я перезашел, появился дома. Понимаете, я просто до копейки отдал все свои бабки и еще в долг 9 лям взял. Статистика в банке 0. На руках 404 рубля. Бабок нету вообще, понимаете? Это жесть. Я просто отдал все за этот дом и еще должен 9 миллионов, пацаны. Но я думаю, оно того стоит. Ну, я думаю, вы готовы, пацаны, посмотреть, что это за дом. Это, пацаны, дом возле автошколы, блять. Ну, не знаю, я думаю, многие не поймут, типа, блять, нахуя ты его купил там и так далее. Ну, блять, пацаны, я очень давно хотел этот дом, потому что, блять, он здесь один, понимаете, это как бы центр. Центр, получается, Батырева, грубо говоря. И здесь находится только один этот дом. Больше здесь домов вообще нету. Ну, есть только дальше. Вот на этой стороне, где мой дом, здесь вообще домов нету, ни одного. Вот, как бы, смотрите сами, здесь находится напротив меня таксопарк. Здесь находится автошкола. Здесь находится военкомат и танк.
банк стоит, пацаны. Ну, блин, это топовый дом, понимаете? Давайте сейчас прокатимся, я вам кое-что расскажу. Чтобы для тех, кто не понимает, почему так дохуя денег отдал за этот дом. Я сейчас вам все объясню. Давайте возьмем, я не знаю даже, какую машину. Блин, хз. Хз, что взять, пацаны? Давайте Мерседес возьмем. Уже реально, когда у тебя дохера тачек, ты просто не знаешь, что брать. Но чтобы вы понимали, вот эти дома, которые находятся за администрацией области, их вообще не продают. А если продают, то там за 20-25 миллионов, пацаны. Так само дома, которые возле военной базы, их тоже продают там по 20-25 миллионов. И эти дома очень редко продают. Это как бы, ну, очень топовые редкие дома, потому что они находятся в Батырево, и это родные дома GTA Clean России, чтобы вы понимали. Именно поэтому они так ценятся. Вот эти дома тоже очень ценятся, вот что с левой стороны, что с правой стороны. Эти дома подорого продают очень. Их очень редко продают. А если даже продают, то очень дорого, понимаете, пацаны? По 25 миллионов, по 30 миллионов я видел продавали. Поэтому такая цена, пацаны, такая цена. А мой домик, блин, он реально топовый. Этот дом, я помню, год назад продавали за 20 лямов. И продали его за 20 лямов, понимаете? Так что 14 миллионов 500, это не так уж и дорого за этот дом, понимаете? Ну, если его продали год назад за 20 миллионов, а в этом, как бы, году его продали мне за 14 500. Поэтому это нормально, я очень давно хотел этот дом. Как бы, да, в нем ничего такого нету. Просто, ну, он прикольный, вот и все. Просто прикольный. И все. И в этом весь прикол, понимаете? В этом вся цена. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Можете поздравить меня с покупкой в комментариях. Напишите в комментариях, хотели вы когда-то этот дом купить себе. Он достаточно такой, знаете, интересный, потому что находится между автошколой. Он находится в центре Батырева. Он находится возле военкомата, короче. Он здесь один стоит. В этом его, пацаны, и цена, понимаете? Вот и все. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока.